Продолжаю рассказывать об инструкциях процессора Intel. И сегодня, наверное, будет одно из самых коротких видео, потому что я расскажу об инструкции STC. И эта инструкция очень и очень простая. Синтаксис вы видите на экране. То есть у этой команды нет операндов. Просто при необходимости вы ее вызываете, и она устанавливает флаг переноса CF. После выполнения этой команды флаг переноса будет установлен, то есть будет равен единице. Остальные флаги при этом не изменяются. Ну и давайте пример. Хотя тут особого смысла, конечно, показывать пример я не вижу, но не будем нарушать традиции. Как видите, вот здесь мы вызываем эту команду. И давайте уж прогоним, посмотрим, как это будет выглядеть. Как видите, флаг CF сейчас равен нулю. Выполняем команду, и он равен единице. Ну вот, в общем-то и все. Вся работа этой команды. Но как бы иногда появляется необходимость установить этот флаг, поэтому есть такая команда. Ну и напоследок, как всегда, расскажу, почему команда называется STC. STC — это сокращение от Set Carry Flag. То есть перевести это можно как установить флаг переноса. Ну вот, в общем-то, и все. Я рад, что сегодня я не отнял у вас много времени. И так быстро уложился, всего лишь, можно сказать, 2 минуты. Не забывайте, что есть сайт про ассемблер, где появляются новые статьи и видео. Пока!